приветствуем вас на торжественном открытии соревнований по спортивному туризму дистанции на средствах передвижения «Автомото. Степные просторы 2021 года». В сегодняшнем турнире принимают участие спортсмены из города Уфа, спортсмены из города Стерлитамак, Оренбург, Сорочинск. Дружные и дружные аплодисменты всем участникам соревнований. Слово для открытия предоставляется председателю Комитета по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа Андрею Анатольевичу Литвинову. Добрый день, уважаемые гости, приглашенные, участники данных соревнований. Разрешите мне от имени главы Соль-Илецкого городского округа поприветствовать вас на Соль-Илецкой гостеприимной земле. Предоставилась очень хорошая возможность впервые провести соревнования такого уровня по спортивному туризму. Хотел выразить слова благодарности правительству Оренбургской области и Федерации спортивного туризма за предоставленную возможность. Хочу пожелать вам честной борьбы, чтобы без поломок, чтобы без травм судействовать, хорошо отсудить, честно, и чтобы победил сильнейший. Всего вам хорошего. Соревнования объявляются открытыми. Слово для приветствия предоставляется председателю региональной общественной организации Федерации спортивного туризма Оренбургской области Андрею Николаевичу Анохину. Добрый день, дорогие друзья. Когда Евгений пришел, сказал, говорит, Андрей Николаевич, давайте проведем такие соревнования, не в принципе, а согласились, да? И с нашей стороны не было не ожидали такого большого наплыва народу. Мы очень рады, что все-таки такое большое количество автолюбителей у нас находится не только в области, но и в ближайших регионах. От нас будем желать вам хорошего судейства. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Чтобы у вас все было без поломок и все достойно прошло. Спасибо. На сегодняшних соревнованиях есть почетный гость. Зацепин Алексей Алексеевич, заместитель руководителя аппарата, делами аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Аплодисменты почетному гостю и слово. Дорогие участники, гости и судьи. Прекрасный день, прекрасная погода. Хочется пожелать вам, зачем вы сюда приехали, это, наверное, за адреналином, побольше его, чтобы он выплеснулся и чтобы выли яркое впечатление. С праздником вас! Начало положено, будет и продолжение. Запал, который у тебя есть, также оставался на долгую и вечную память. С днем рождения! Итак, начались у нас соревнования. Взятие точек. GPS-ориентирование. Но это очень высоко, очень высоко. Под GPS-ориентирование, что могу сказать. Попробовал сам, приехал на эту точку. Связь плохая, говорит, езжай в другое место. Кружил. Ну и ребята, я так понял, так же. Потому что есть объездная дорога, многие поехали по-другому. Но так, к сожалению, показывает GPS-точки. Крутой подъем.
Ну, ребят, пытаются, пытаются. Пытаются, но это очень сложно. Вот здесь глубоко, а дальше подъем и очень много снега. Гора очень высокая. Что, давай, 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 крути, крути, крути. У вас туда зашел, ребята. Представляете, у вас зашел. Ребята с Ясного приехали. Пока тоже не получается. Нарисовано, нарисовано с той стороны. Понятно. Ее отсюда не видно. То есть нашли точку. О, зашел, о, зашел, зашел. Ясный, молодцы. Так, Хайлюкс. Смотрим. А это не зайдет. Тяжело ему. Нет, жопа легкая. Колесики маленькие. Вон, все, залезь. Ага, ага. Залезь. Потом я попробую для интереса. Смотри, залез. Залез. Ну что, получится? Товарищ нашей группы. Травленная резина. Да ладно. А ну нахуй. У него пара другие красавчик стоят. Молодец, заехал. А сейчас по следам найдет, куда ехать. Он спущен. Так, Нива неподготовленная. Просто потихонечку решил попробовать заехать решил. Здесь не поднимают. А теперь... Теперь на скорости назад, назад не тормози. Это во-первых. Ну ты смотри, во-первых, он и не стравлен, и скорость была маленькая. И наполовину заехал, молодец. Пока я был тогда. Так, спускается Шевик. Они тоже не нашли. Ну, я бы сказал, здесь очень опасно, да? Видел, Нива сверху летела. Неуправляемый автомобиль. А нет, там раскопали, сейчас оттало, хорошо, он зайдет. Ну да, заходит, сейчас заходит. Там каша такая с землей, уже цепляется. Так, это, знаете, сказать, просто любители, любители приехали, пока участников нету. И все катаются. Смотри, зашел. Но у него резина-то какая-то, видел? И стравлен. Так, соревнования, квадрик. Ну, квадрик, конечно, отстанет. Я не знаю, но снегоход это просто пушка. А квадрику сложнее, да? Останавливайся там на спуске. Назад! Раскачай, раскачай его! Пойдет! Нет, итак, пробуем Дастер. Двухлитровый. Стравился. Система ESP, ничего нету. Вот так вот, ребят. Дастер 2 литра. Без электроники. На летней резине? Обалдеть! Это Дастер рулит, называется. Итак, пока ждем участников. Как и сказал, больше ребят, которые не участвуют, приехали. Ну и пробуем свои силы. Как видели, сейчас Дастер Сергея заехал на летней резине. Вообще красавчик. Так, ну посмотрим, посмотрим. Не получилось.
кстати, и вам покажу саму точку. Пойдемте, покажу точку, где находится. Но здесь не то, что на Нивах. Здесь на К-700 не проедешь. Вот выглядит вот таким образом точка у нас. Ну вот так все здесь у нас выглядит. По своей колее бей. А он по-любому Итак, я поменял место дислокации, забрался на гору, как видели. Ну, скажу, с травленной резиной, блин, с двумя самоблоками ВТ-шными, ребята. И вообще классно я заехал, я даже не ожидал. Так, сейчас едут за точками автомобиля, это участник. Так, это у нас уже любители. Давай, 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 крути, 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 крути. Отлично. Итак, чтобы вы оценили, на какой высоте я нахожусь. Вот, смотрите, сейчас я зум увеличиваю. Вот, представьте, на какой горе, на высокой я сейчас нахожусь. Toyota, ясный. Но на данный момент, мне кажется, уже раскатали подъем. И уже намного, наверное, проще. Но посмотрим, давайте, вот, интересно просто. На холостом ходу. Зайдет, не зайдет. Все, в бок пошел, не смог. Смотрим. Дастер. Дастер по ненакатанной колее на летней резине. Все, не получилось. 1.6 ESP. Так, что-то не хватило у него. Смотрим с наибольшим разгоном. Давай, погнали. Все. Так, ну и Серега на летней резине на Дастере.
Вот так, как сад. У нас здесь даже на легковых приехали. Хунда или Тойота, что-то точно не понял, что за машина. Но ничего, сейчас вытащим до точки. Здесь-то вот протянем, а вот дальше как проедет, я не знаю. Тут надо или топтать Сереге. Вот здесь нужно топтать. Ему нельзя останавливаться. Ну и что? Сейчас будет тяжело. Так, чуть-чуть побольше разгона. Ну, как видите, автомобиль с двумя блокировками рулит нормально. Итак, у нас Opel Frontera. Участник едет брать точку. У него никаких помощников нету. Ну вот, заметьте, да, на данный момент мой автомобиль заезжал почти, как сказать, в натяг, да, и на двух блокировках. Резина у меня липучка. Вот. Opel Frontera. У него привод, как у Нивы, в принципе. Но пока не получается. Но ему нужно взять точку. Так, ну что, еще одна попыточка в Opel Frontera. Да вот сюда уедет, господи, что-то я только не вижу. Нет, тяжело. Для Opel Frontera тяжело. Ну еще, а у него резина. Да, уйди. Да. Как видите, для некоторых автомобилей очень сложное упражнение. Так, разница. Duster 2 литра, летняя резина и Opel Frontera. В чем разница? Напишите комменты, напишите. И Opel Frontera. Поехал назад. Вот так вот. Вот, натяг и не хватило опять Opel Frontera. Ну, вот такие дела. Так, дали кое-какие ему. Так, смотрим. Вроде нормально. Нет, уже лучше, намного лучше. Но просто стащило в снег. Надо было ему на Дастере, у него с Дастера все есть. Так, ну что, попробуем Дастер. Зато есть. Она тоже. Она тесоносная, а когда ты ее наоборот выключаешь, там вывешенные колеса. От многих нюансов решает заезд автомобиля. Кто-то на летней резине заезжает, видите, кто-то на зимней. Ну и, естественно, траектория автомобиля. Естественно, это очень большое значение влияет. Так, ну что, давайте поболеем за Opel Frontera. Разгон берет нормальный. Ну что, давайте болеем. А там снега много, ребята. И я боюсь, что он засел. Все. Все на этом, ребята. Opel Frontera сидит. Только дергать или откапывать. Так, Тойота. Это участник у нас, да? Нет, он участвует. Эй, не сбрасывай. Чуть. А ты знаешь, что сбросил? Это не он сбросил. Это она сама, наверное. Да, это электроника заглушила, я думаю. Я думаю, он ESP не отключил. Да, вот, блин. Классная ситуация, к Дастеру катится. Как на санях? Так, Дастер у нас в отсечку. Ну все, я думаю, зашел. Так, не вас. Недавно поставил пружины от шелика. Ну что такое? Смотрите, Дастер. У нас на летней резине. Ёлы-палы, ну как так-то, а? Ну еще, конечно,
в опыте очень большой нюанс, наверное, да, ребята? А так нахожусь на горе. Вот, посмотрите, внешний вид. Обзору вам. Бескрайние поля Российской Федерации. Как видите, кругом одни горы, поля и населенный пункт. Вот несколько домиков, да? Вот так вот люди и живут у нас. Смотрим, как вам покажет вариант с умными современными помощниками. Но пока, к сожалению, не вариант. Но подождем, пусть наберет скорость, спустится. Ну, во-первых, он с поворота заходил, сложно было. Давайте дадим ему возможность разогнаться. Ну что, смотрим. Пока нет. Еще попыточку. Мне кажется, что он с клифф. Давай. Скидывай. Ну смотри, карабкается. Но все равно нет. С места попробовать, наверное, нет? Да нет, это что? На тормозах. Вес. Нужен разгон. А он звонял уже там. Сложновато, наверное, будет. Так, бляха, муха. Ты смотришь, как глубоко. Дастер вот здесь сидел. Дастер здесь сидел? Да, вытащили. Две блокировки АВТ рулят. Рулять. Опа. Тут буксовать нельзя, колеса снег режут и проваливаешься просто. Вторая понижена. Ну и мы стравились. За счет этого, конечно, у нас лапти пошире, ей нормально. Итак, мы с вами приехали в карьер. Будем спускаться. А тут глубоко, машина просто проваливается. Тут резких движений делать не нужно. Ба-бац. Да, и что? Дальше. Где они все катаются? Вон. Вон. Куда? Где точка? А вон. На точке вон. Точка там? Красная. Ну ладно, поехали здесь. Вот здесь люди ехали. Давай попробуем. Видишь, что на горе снега вообще. Смотрите, какая колея. Давайте газу.
поехали, поехали. Вау, вау. Реально вау было. Блин, повезло. Повезло. Вот здесь отправимся, провалимся, мы отсюда не выйдем. Нам нужно на точку. Все, вот, все, я провалился. Реально провалился. Все. Я думаю, мы здесь и останемся. Всем спасибо, всем пока. Выходи, выходи, снимай. Как видите, и просто мы с вами провалились. Что надо подкопать? Итак, друзья, как, к сожалению, поломки сегодня, бампер сломал. Вот, решил быстро проехать, но нет, здесь глубина примерно, наверное, метр, вот сейчас сказать метр, очень глубоко ехали по этому следу, здесь чуть-чуть пробуксовали, и мы утонули. Вон, сними общий план. Смотрите, как красиво, где мы находимся. Вообще красота, да? Ну что, сейчас подкопаем. Чтобы машина немножко у нас двигалась. Попробуем накопать. Других участников здесь рядом, вон, ребята, покажи, тоже сидят. Ну и мы сейчас тоже подкопаем и попробуем, чтобы машина немножко начала двигаться. Вот. И попробуем, попробуем, попробуем. Так что лайкосы, лайкосы. Под музычку. Итак, мы приехали сверху этой горы, доехали, провалились, вот в этом месте мы провалились, но мы выехали, получилось. У Нивы редуктор, короче, масло вытекло, и что, на горизонте появились у нас автомобили, это Duster, двухлитровый на летней резине, так, и Duster у нас 1.6 Алексей. Но это очень высоко и очень далеко. Ну что, ребята, один из участников у нас сломался, Антоха, накатался. Ну расскажи, что у тебя случилось? Да ничего, ехали. Резина хорошая, но не для снега, для грязи. Ну да. Вернула, закопалась. Все, пытались выехать. Колеса заблокированы. Свернул редуктор, походу, масло вытекло. Все, переднего привода нет. Задняя, да, приводная встала. То есть пытались выехать. Так, а что как? Вопрос-то, знаете, в чем сложный? Мы находимся с вами в ущелье, наверное, заснеженной. То есть на горы мы не поднимемся. Бесполезно, да? Тот карьер у нас. И я сюда спустился. Видите, населенных пунктов? Я не вижу. Дорог нету. Только накатывать каким-то образом, и как-то надо выезжать. Мы-то еще, ладно, движемся. Вот Антохе что делать, пока тоже не знаем. Эвакуацию ждать. Да, эвакуация, вертолеты и прочие дела. Так что у нас, как говорится, продолжаются эксперименты автомобильные разные. Вот так вот. Но маршрут очень сложный, конечно.
Вот так вот это все называется. Вот так это все называется. Ладно, будем пробовать сами выезжать. Все. О. Наберем скорость, что ли. Я не знаю, тут полметра, метр снега. Чуть неправильное решение, и ты проваливаешься. Так, что-то показывают ребята. Хотят, чтобы где-то я по другому месту ехал, наверное. А сейчас спросим. Чё ты? Давай назад, там глубоко. А назад? А назад, назад как поедем? Выезд какой? Где выезд-то? Туда пробуй тогда. На где гору? Туда вообще глубоко, видать. А вот, Илья тут. Понятно. Для чё? Тебя глубоко. Разворачивай. Решено разворачиваться и как-то ехать, искать другой путь. Ну, я не знаю, снега просто много. В принципе, мы приехали просто поснимать. Но получилось так, что точки разбросаны очень далеко, 150 километров примерно. И мы просто решили доехать до определенных точек и поснимать участников. Но, как видите, участники сами сломались. Мы просто как гражданские люди просто приехали покататься, как говорится. Вот заехали, и теперь проблема целая отсюда выехать. Вон, смотри, Дастер. Именно только прям потихоньку надо. И что-то я еще и выйти-то не могу отсюда. Вот, по следам снегохода. Или травиться больше надо и ехать. Так, ну что, пока ползем, да? Одна ошибка, и мы с вами на днище. Так, вторая пониженная. Давайте как-то будем пробовать, наверное. Интересно, сколько толщина снега здесь? Примерно даже хотя бы, не знаешь? С полметра точно есть. Уже полметра, да. Местами намного больше. Специально попросили, чтобы прокатнулся, накатал нам след. Вторая пониженная, заблокированная. Ну, вот так и будем ехать. Так, что-то тонем, тонем, да? Прям тяжело. Так, ладно, тут спуск. Но думаю, по спуску у нас... Не будет. Третья пониженная. Не-не-не, пока идем нормально. Все. Вот сейчас видели, накатано не было, и мы просто провалились. Но за счет инерции у нас получилось проехать.
На повышенное здесь никак вообще не поедешь. Блин, уже ноги прям напрягаются. Боюсь, что вот опять копать неохота. Там еще говорят, через речку переезжать надо. Вот, 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 вот это вот опасно, кочки вот эти. Тонем. Тонем, прям тонем, тонем. Или может травиться больше, я не знаю. Самое главное, чтобы не кончился бензин. Все. Итак, съемки съемками, но мы сами прямые участники этих соревнований. Смотрите, просто проваливаешься здесь. И мы на своих автомобилях пробиваем на скорости, едем. Видите, у меня, блин, бампер сломал. Кто-то... Серега, ну как впечатление вот? Положительно. Нет, то здесь, свежий, конечно, воздух. Жестко было, да? Да. Обалдеть. Ну, жестко там, конечно. Ну, там диагоналки сплошные. Там, да, конечно. Ну, последовательно легче со мной идет машина. Я еду прям, да. Знаешь, она едет, жик, проваливается. Вот это самое, да, опасное такое. Ну, а так, в принципе, осталось-то немножко. Вон на той горе мы катались, где вышки стоят примерно. Ладно, сейчас будем через речку переезжать. Ну, через речку единственное. То, решено ехать через речку. Не знаю, там речка проталена и подъем. Вот, и подъем. Поехали. Как это все получится? Здесь вот ямка. Бах. Бах. Не знаю, не знаем. Прям проблемно, проблемно. Идти, вот смотрите, как проблемно. И нужно будет... Вот, сейчас накатает, попробуем дорогу набить. И будем выезжать. Ну да, и обратно. Ну, два следа сделай. Давай, развернусь. Давай, и попробуем. Вот машина, да? Это вообще жесть, а не машина. Как ракета. Давай, 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 давай. Да! Красавчик! Вот это, блядь! Ходу, ходу! Давай! Да! Блин, такое счастье просто! Поехали. Клево!
Ребята, как вам экстремальные такие покатушки? Хотя это все у нас не планировалось, вообще не планировалось. Планировалось просто поработать с операторами, представляешь? Ну, осталось до свободы 100 метров, много снега. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, конечно. Ну, в принципе, интересно. А, нет. Ой, лучше. Аллилуйя. Все. Ну как вам, ребята? Я проехал. Вот вообще балдежно. Балдежно. Не знаю, как там участники. Сейчас посмотрим, как Дастер будет отсюда выезжать, где я проехал. Не, блокировки — это тема. Реально тема блокировки. Как бы кто бы что бы ни говорил. Блин, не думал я, не думал. Ну, сейчас Дастер пройдет. Отлично, отлично, отлично! Все, нормально, мы спасены. Все. Так, большое спасибо, я понял, ребятам помогли нам выехать, прям большое спасибо, да, маршрут нашли, но классно, классно, да, пусть так едут, самое нормальное, что уже все проверено, ладно, мы выезжаем на базу, поехали, давай, мы сейчас тоже, все, давай, спасибо, заберете пацанов, так, ну что, выехать-то мы выехали, а что здесь? Не, я думаю, застрянет, застрянет. Ну, надеюсь, здесь ямы нет никакой. Да, нормально. Отлично. Ну все, едем на базу. Покушаем плов. И, наверное, все. Съемки, наверное, закончатся на данный момент. Так, сейчас я понижайку выключу. Ну что, друзья, приехали мы в лагерь. На этом наши покатушки закончились. Лично наши с сыном покатались нормально. Ну, Серег, классно, да, время провели? Вот. Дастер на летней резине вообще показал сегодня изумительно себя. Вот. Сейчас, да, резину откатал. Да, сейчас в лагере что мы? Наверное, покушаем, накачаемся, потому что мы стравлены. И, наверное, поедем домой. Участники все надолго сегодня будут кататься, они где-то до 9 вечера, по-моему. Ну, не знаю, с такими сложными точками, как вы видели, да? Ну, что реально, смотрите, у всех. У кого бампера, у кого что. Ну, все, если понравился видос, давайте лайкос. Все, пока-пока. Ну что, спасли Антона. Вытащили под рулем. Все нормалек. Вот так вот бывает на таких соревнованиях больших. Мы покушали, колеса накачали. Сейчас собираемся. У тебя, сын, как, понравилось? Да. Вот. Спасибо организатору. Да. Там ребята кушают, плов готовят. Но мы готовимся и уезжаем, ребята. Друзья, кто знает, как это все называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто я знаю, что у сына тоже спрашивают, что это такое. Он смотрит, говорит, я не знаю, что это такое.
Так что, пожалуйста, жду моменты.